Ahoj všichni, všem privět. Prodlužuje se téma muzika. Dneska jsme v Rígrových sadech, neboli v Rígráčích. I já vybrala tento park jména, protože zde letom mnoho lidí prostě tak sedí i oni takže i hrají na gitáře. Takže i taky festivály některých muzikálních grup ili pivcov, pivíc bývají jména zde v Rígráčích. Тогда, когда хотите послушать вот музыку летом, вечером, именно приходите сюда. Здесь приятная обстановка. Ну и сегодня будем разбирать песни. Вы как-то не сошлись, поэтому мы разберем две. Попробуем, хотя просто, ну, чтобы вы понимали, про кабат и про чинаски. Так, начинаем. Так, я начала без маски, так как вокруг меня почти никого не было, но сейчас уже здесь много людей, поэтому будем снимать в маске, ну, в респираторе, конечно, так как это по правилам сейчас в Чехии. Не будем как-то долго говорить, просто перейдем к первой песне, это песня «Погода» от скупины Кабат. «Погода» — это такое спокойствие. Вот вся песня о том, что мужчина берет свою дорогую, милую, свою, я бы так сказала, может, деревню. И он об этом просто говорит в этой песне. Именно «Возьму тебя, мила, ровную к нам». «Возьму тебя, мила, ровную к нам». Вот я возьму тебя, моя милая, моя драга, моя мила, ровную к нам, прям к нам. Kolem louky, lesy, hej navran. Vakruk, luga, lisa, kasiak, varon. Všude samá kráva, samej vůl. Vězdě, karovy, i takže vali. I, je to jakýto, no možná takže perenese, no, što je to ne tolika jakto v smysle životní, no typa ľudí. Máme kino, máme hospodu, v obci všeobecnou pohodu. No u nás je kino, je restaurant, и в селе общественное спокойствие. Маме хуер, жито, хлеб и сул. Маме хуер, жито, хлеб и сул. Самое интересное, это хуер я должна была вот найти. Это вот устаревшее слово. А на самом деле это молотилка. Я сама даже не знала. Жито – это рожь, хлеб и сул, хлеб и соль. Ничего страшного, ничего сложного. У нас также бывало так, что всегда в деревне приветствовали гостей именно хлебом и солью. Ну и теперь припев, рефрен. То сте слышали. Также, когда у нас мужчины дерутся, то только ножом или топором. Да, это именно такое слова. В зиме там долгие ночи сов, а тухий мраз. Зимой длинные ночи и суровый мороз. И здесь интересно тухий мраз. Вот это эй, обиходно разговорный чешский. Об этом мы также говорили в видео. Як сов наши цесты заваты, так возьмем видле, а не было патли. Когда наши дороги занесенные снегом, мы возьмем вилы или лопаты. Když něco nejde, co na tom sejde, my máme čas. Когда вот что-то нельзя, co na tom sejde, to interesné slovosačítanie. Ну, как-то ничего страшного, ну и чё? My máme čas, у нас есть время. Co na tom sejde, my máme čas. Так, продолжаем. Chlapi někdy trochu prudký jsou. Мужчины иногда немножко бурные. Это прутки, это что они хотят, ну, драться часто. Холки с мотыками танцуют. Но девушки танцуют с мотыгами. С ранней росой тягнут до поля. Когда появится уже роса утром, они собираются в поле. Тягнут, это типа, ну, как-то двинуться куда-то. Это более разговорный язык. Никто се там никам не жене. Ну, никто никуда не спешит. Маме трактори, а не жене. Вот у нас есть трактори, и никто не может говорить, что у нас их нету. А что спатришь, леды поволи. Когда увидишь, ну просто влюбишься, леды поволи. Поволить леды или проломить леды, это такое, что когда два люди иногда вот к себе имеют такое холодное отношение, когда леды поволи, значит, что
они уже ближе друг к другу. Может быть, они даже влюбятся в друг друга. Но потом следует припев, и последнее, что там: «Горит лес, а горит родный дом». Но горит лес и горит наш родный дом. Горі великостатек сусідом, горить і хазяйство наших сусідей. То є смула, типа, ну, от біда, драга, подівей. Ну, смотри, моя милая. Гасичі то стейне приїдуть, вони си моц добре не ведуть. Это типа, що, ну, пожарні є, вони проїдуть мимо, вони хоча, ну, просто не знають, що делать. І сховай сирки, а ті не види. Спрячь спички, чтобы их не видели. Вот тогда, может быть, что они на самом деле, ну, этими спичками, ну, вот, зажгли этот огонь, этот пожар. Интересная песня на самом деле о людях деревни, о таких более суровых людях, я бы так сказала. Ну, а теперь, protože tady těch zajímavých věcí moc není. Teď se podíváme на другую písничку, на písничку Клара. Там более разговорных слов, я выбрала только некоторые. Просто пройдем, я хотела бы разобраться именно в этих словосочетаниях, которые, может быть, вы услышите, так как они часто появляются в разговорном чешском. Так, než ale začneme rozebírat písničku Klára, tak еще я хотела сказать про Чехомор и про песню «Проміни», которую вы слышали и про которую вы писали. Единственное, мы не разбираем эту песню именно из-за того, что это не типичный чешский язык. И не словацкий, как вы писали в комментарии. Это же наречие словацкое. Словацко. Это не Словен, это не Словенско. Словенско – это страна. А Словацко – это определенный район на юго-востоке Чешской республики, именно в области Моравии. Ну, и вот это наречие прям вы слышите в песне «Промнена». Или «Промнены», так. Так, и теперь уже песня Клара. Быстренько пройдем, но я хочу сосредоточиться на словосочетании. Вот это самое на 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 вот это, ну, просто начало песни, ничего там особенного нету. Кларо, як то с тобой випада? Важная первая вещь – Кларо. Обращение к человеку. Вы, может быть, уже слышали, видели все, что у нас есть пятый падеж, которым обращаемся к людям. Поэтому я никогда не скажу, например, «Мама, подай мне, не знаю, млеко». Я скажу «Мами, подай мне млеко» или «Мамко, подай мне млеко». Просто мы обращаемся. У нас есть падеж на обращение. Вот это именно «Кларо». Иногда или может ко мне обратиться также «Клари». Это также можно. «Як то с тобой випада?» А вот интересное словосочетание. «Як то випада?» – это типа «как обстоит дело». В разных контекстах может быть. Например, «як то випада?» – типа «с погодой». Но будет прочитать. Пойдет дождь, наверное. Як то випада? Если соревнование и наш друг первый или второй, я спрошу, як то випада? Ну, затем я první. Пока он первый. А як то с тобой випада? Вот здесь это именно как ты. Ты свободна, мы можем встречаться и так далее. Но в других контекстах это может быть типа, что мы договорились, что встретимся в 5 часов, а уже пол пятого, я не знаю, вот если ты придешь именно в 5, поэтому я спрашиваю, як то с тобой випада? Типа, ты придешь в 5? Или, як то с тобой випада, типа по времени, ты уже можешь, ты придешь, или как? Вот разные контексты именно с этим випадат. От půl devátý до osmi ráno. От půl devátý до osmi ráno. Вот в песне именно от půl devátý до osmi ráno. Abychom na разговорный český язык. Про видео я вам уже говорила, посмотрите, если не знаете, о чем идет речь. Co nám brání, bejt spolu jenom ty a já, a pět, že bejt, это бит. А это, что нам мешает, ну, быть вместе только ты и я. Продолжаем. Не будь вчерейший, но так Кларо. Не будь вчерейший. Если перевести, ну, не будь ты вчерашняя. Это дословный перевод, но это типа, ну, ты вчерейший в этом контексте, это как-то древний, что ты ведешь себя как твоя мама или твоя бабушка. Но просто не будь такая и будь вместе со мной. A ve skrytu duše marně tajně doufám, že já.
Ve skrytu duše, je to takový pětí český abarot, jak ta kdeta no, v úgolke mají duši, já prostě naděju, što, že já jenom, já jsem ten tvůj vysněný pán. To tolko a mě ty mi čtáješ. Jenom já jsem ten tvůj vysněný pán. Tak, a protože jsme rozebírali dvě písničky, tak to skočím, nebudu ji překládat celou. A podíváme se jenom na refrén. Koukám na tebe, Kláro, už několik dní. Já smatru na tebe, Klára, už několika dní. Nejsem nějaký ten chlápek, jsem solidní. Nejsem nějaký ten chlápek, jsem solidní. Nejsem nějaký ten chlápek, typa já nějakoj ta mužina. Já solidný, vot já što to druhé, savsem. Kláro, stačí jen málo a budeme pár. Královno, má ty to, víš, co bych si přál. Typa, no, Klára, nájde tolika málo i z nás bude para. Karalievo moja, ty znáš, co já bych chtěl, co já, o čem já mi čtáju. Tak, zbytek už si musíte přeložit sami. Google překladač nebo slovník vám k tomu pomůže a vy se taky něco naučíte. Tak, a to je pro dnešek úplně všechno. Извиняюсь, что все время ходила с бумажкой, но, наверное, вы понимаете, что я должна также себе записать вот перевод и видели такие фразы, о которых я хочу побольше говорить и которые вы видели в видео. Я решила, что на следующий раз я выберу именно песню, о которой мы будем говорить, и буду разбирать только эти словосочетания, которые интереснее, о которых можно поговорить. Не буду переводить всю песню, это вы уже должны сами. Вот сегодня я вам помогла, чтобы вы знали, как с этим работать, но на самом деле в следующий раз уже будем делать немножко по-другому, мы будем разбираться именно в интересных словосочетаниях. Так, тема «Ческая гудба». Вот эта тема будет выходить каждые две недели. А через две недели мы будем говорить про музыкальные группы 20 века, современные. Вот поэтому не бойтесь, например, некоторые исполнители, о которых вы говорили, писали в комментариях, о них мы еще будем говорить. Так, то есть про днешек всехно. Доуфам, что вам то либело, что это про вас было заимово и с тимхле папирем. А теперь уж не мам тогда респиратор, потому что колем мне никто не ни. A tím se s vámi asi rozloučím. Mějte se krásně, buďte zdraví a ahoj.